Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах появления грыжи у кошки. Грыжа у кошек – это повреждение мышцы ткани, при котором происходит выпячивание или защемление внутренних органов. Если запустить такую проблему, в будущем у питомца могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Почему у кошек может появиться грыжа? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные причины этого недуга. Грыжи у кошек часто являются результатом врожденных дефектов. Один из ярких примеров такой грыжи – пупочная грыжа у котят. Врожденные грыжи часто проходят сами по себе и не требуют врачебного вмешательства. Грыжи у кошек могут появиться после серьезных травм. Так, например, диафрагмальная грыжа практически всегда появляется в результате серьезных повреждений у питомца. Именно поэтому очень важно внимательно следить за своим мяукающим другом и оберегать его от различных травм. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Осложнение после родов – еще одна причина грыжи у кошек. Чаще всего после тяжелой беременности и родов у мяукающих развивается паховая грыжа. Если вы подозреваете, что ваша кошка может страдать от этого недуга, незамедлительно покажите ее ветеринарному врачу. Возраст также может стать причиной появления грыжи у кошки. Наиболее часто встречающиеся виды грыж у пожилых питомцев – межпозвоночная, промежностная и перинеальная грыжа. Чтобы избежать развития грыжи у пожилого питомца, его необходимо регулярно водить на профилактические осмотры к ветеринару. Грыжа может появиться как результат осложнений после операции у кошки. Особенно часто грыжи появляются у мяукающих после кастрации и стерилизации. Не забывайте регулярно водить питомца к ветеринару после хирургического вмешательства. Так вы сможете вовремя отследить нарушения в организме питомца и помочь ему. Причинами грыжи у кошек могут стать самые разные факторы. Помните о том, что такое нарушение в организме животного нельзя оставлять без внимания. В случае с грыжей только соответствующее лечение и контроль со стороны ветеринарного врача помогут не допустить серьезных проблем со здоровьем у питомца в будущем. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!